В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе. Подробнее о сюжете. Главными вопросами повестки еженедельного оперативного совещания стали итоги экоакции «Вода России» и «Экобум», традиционный весенний месячник по благоустройству, предстоящие масштабные акции «День добрых дел» и «Всероссийский субботник». 27 апреля объявлен Всероссийским субботником. Мы приглашаем всех желающих принять активное участие в этом марафоне чистоты. Еще одна акция при поддержке губернатора 27 апреля стартует День добрых дел. Основная идея акции – это вовлечение школьников Московской области в полезные и добрые дела. В рамках этой акции на территории 31 школы и 5 парков будут высажены деревья, кустарники, цветники. Нам до майских праздников нужно максимально привести территорию в порядок. Конечно, после этого не останавливаться, но все знаковые места, а это скверы, общественные территории, дворовые территории, предприятия, те места, до которых мы дотягиваемся, обычно необходимо убрать. Празднование Дня Победы – главная тема совещания. С 3 по 9 мая в округе запланировано более 140 праздничных мероприятий. В преддверии Дня Победы специально организованные агитбригады будут выезжать адресно к нашим дорогим ветеранам, чтобы поздравить их с праздником и выразить свою благодарность за их подвиг. В культурно-досуговых учреждениях городского округа Люберцы пройдут праздничные концерты, посвященные Дню Победы. 8 мая на всей территории округа состоится торжественное возложение цветов. Основная праздничная программа запланирована на 9 мая. В этот день для жителей и гостей округа будут организованы памятные мероприятия, выставка военной техники, полевая кухня, спортивные конкурсы, фотозона, ретро-дискотеки, театрализованные постановки. А в 17:00 на сцене Центрального парка Люберец начнется концерт. Здесь будет играть духовой оркестр, выступят артисты и коллективы городского округа Люберцы, а также приглашенные коллективы, которые исполнят всеми любимые отечественные песни. Подробнее с афишей праздничных мероприятий можно познакомиться на официальном сайте городского округа Люберцы.РФ, кликнув на соответствующий баннер. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.